Привет, привет, с вами снова Катя Про. Ой, короче, мы сейчас как бы здесь играем, но как бы меня сейчас спалит, я знаю прекрасно это, но... У меня тут кое-какой сюрпризик будет для него. Не хочу в наушниках сидеть, неудобно. Он сейчас придет такой: Катя, ты опять играешь за моим компом? И я скажу такое: о, как же так? Сюрпризик уже. Ой, ты меня спалил! Сколько можно, мать? Прости, пожалуйста. Ты опять играешь за моим компом, да? Да, да, как же так случилось? Извини, пожалуйста. Играю тут. А чё ты забыла на моей карте? Защита дома? Нет, это нет, это защита дома. Да, убери ты руки. Да убери ты руки. Руки не туда ставишь, куда нужно. Нет, я тебе подарок просто готовлю. Какой подарок? Эй! Чё ты забыла на карте вот эту защита моего дома? Как это я построила. Это я построил. Это я построил. Это я построил. Ладно, шучу, это мне друг подарил. Что тебе друг мою карту? Слышь, что это Чупакабра говорит? То, что мою карту ей друг подарил. Катюха, ты кого обманываешь на этой планете? А меня или вот моих подписчиков? Ой, прости, пожалуйста. Встань. Не буду. Мне кажется, чья-то жопа слишком обнаглела уже на моем канале. Ты зашла на мою карту. Стол, не двигай! А то потом камера криво стоит и жизнь криво вообще начинает становиться. И все криво в этой жизни. Объясни, пожалуйста, что ты забыла на моей карте. Тебя ждет сюрприз. Какой сюрприз? Опять на меня кто-то нападать будет? Кто? Нет, можешь пройти, и там тебя ждет подарочек. Подарочек? Да. Ну ладно. А подожди, а вот его ждет подарочек? Его? Тебя ждет подарочек? Ну, его. Че, ему еще до сих пор не подарили ничего? Я откуда, я вот напиши в комментах, подарили тебе или что? Ты меня спрашиваешь, подарили ли ему что-то? Да я откуда знаю? Ну, нас сейчас так смотрит, такой, че? Ну, мы к тебе как бы обращаемся. Я не знаю, что сказать, но первое, что сказать, надо сказать, чё что... Че ты несешь? Подписывайся, ставь лайк, усики и колокольчик. Если подпишешься, огромный молодец. Если нет, огромная срокотанция. Вот такая. Вот, ну, это как обычно. Подарок, вот. Ищем. Какой подарок? Подарок. Она вам что-то говорила до того, как я сюда зашел? Какой подарочек? Вот какой подарок! Ты меня убила только что! Да, я не знаю. Вот это твой подарочек. Нет, так, это подожди, чистая случайность. Подожди. Ой, вот к неожиданности, да? То есть вот ты здесь построила ловушку, да? Это, какой-то? Между прочим, крокодилья спина. Видишь, похоже? Ты дуремонда. Это ловушка называется! Нет, это просто ты, дурачок. Вот видишь, ты там спалил тебя, невидимые блоки, значит, наставил. Я не знаю, откуда это произошло, прилетели инопланетяне, настроили здесь новое чудо света, а Катя вообще ни при чем, да, здесь? Ладно, иди. Ой, это, наверное, жопка дракона застряла, и ты не можешь пройти, да? Это обсидиан. Какая жопка дракона? Посмотри, там кое-что есть. Ты же сам меня учил, там что-то должно выделяться, да? Вот выделяется этот блок. Нет. Ну, сюда код нужно ввести. 228. Нет. 228. 60. Точно, любимая цифра Катюхи 69. Нет. Нет. Давай. Код — первая дата свадьбы Гитлера и пчелки. Повтори! Я не расслышал. Первая код? Да. Код? Хорошо, код. Есть три кода вообще на самом деле. Подожди, код или код ты? Код. Кот. Животное, мяу. Кот, мяу. Хорошо. Запомни, кот, не код, а код. Код рождения или код рождения? Код рождения. Мяу рождения. Мяу рождения. Код рождения. Вселенские масштабные войны 1900 каком? В 44-м. Нет. Да в смысле нет, 1900, да ёханый бабай, 1944, да в смысле нет. Ищи, иди дальше. Куда, чё искать? Нет. Ща! Ну и чё, здесь будка, а кстати, где перчик? Какой перчик? Собака наша, перчик. Ой. Слушай, ой, как чё ты здесь натворил? Слушай, ищи подарок именной. Может ты вообще свалишь отсюда из моего дома? Включи свою мать. Ой, больно. Ищи код. Коды или мяу искать? Код. Ладно. Это, да? Не сломаешь алмазную руду этой киркой. Почему не сломаю? Вообще-то железной киркой ломается алмазная руда.
Ну я-то сломал ее, но ты меня взорвал. Мало того, то, что ты раздорбанила мне забор, ты сломала мне балку деревянную. Ты как бы насмехаешься здесь, да? Но ты сломала только что будку Перчику. Перчик сейчас придет и откусит тебе твои таратоньки болтающиеся. Ну, в смысле, забудь. Ты только что меня взорвала. Я забыл то, что у меня есть задний... А что ты здесь настроила? Тебе туда. Нет, я сюда пойду, здесь дом. Не-не, туда-туда. Рядовой Петрович, Афанасий, здравия желаю. А что здесь? Ой, подвигнулась хорошечно. Ну. Так попадешь в дом. Блок плейсет. Меня сейчас телепорт... Дай носик откушу. Вот кончик откушу. Пути нет, нельзя. Да с... Дай нос! Ты сегодня будешь подарок забирать. А ты перестанешь меня уже троллить, да наконец-то. Ты сам попадаешься. О-па-па-па-па-па-па, да. А что там в двери было? Еще одна жопка дракона. Ну, можно попробовать зайти, но... Ураган! Почему меня не пускают в дом, а? Подождите, здесь какие-то вентиляторы, чё? Да, да я не могу даже забраться вот на эту фигню! Всё, ты сдаёшься? Сдаёшься! В смысле сдаюсь? Я сейчас... Мне нужно пробраться сюда в дом. Да, там подарок. А какой подарок? Сейчас, может, я смогу здесь посмотреть? Нет, не сможешь. Подожди. Там дракон сидит. Ладно, что мне делать? Давай. Куда? Я тебе покажу. Ты мне покажешь? Да, раз ты такой... Ну, басик. Ты смотри, она на 2% профессионал из 100%, на 98% нубасина, и говорит мне то, что я нубасик. Окей, давай. Ладно, раз ты такой нубасик... Чё ты чудишь, мать? Я тебе сейчас сама все покажу. Мне почему-то кажется то, что нас с вами в сговоре, потому что, ну, вы мне ничего не рассказывали, то, что Катя что-то планирует. Ты зашла на мою карту, и она мне пудрит мозги то, что ей друг подарил мою же карту. Смотри. Я смотрю уже давно... Помнишь, ты мне сделал сюрприз с Антоном? Ну, это первая серия нашей. Да, ну, помнишь? Ну. Вот примерно я сейчас тебе то же самое подарю. Все, закрывай глаза. Нет, я не хочу глаза закрывать. Закрывай глаза. Кать, я не хочу, ты меня зарежешь там, сейчас. Там такой красивый подарок будет, он блестит прям так. Ну, ладно. Если она что-то задумает, позови меня, чтобы, ну, она меня не затроила. Ладно, я закрыл, я ничего не вижу. Так, все, сейчас мне нужно подготовиться, ты пока подожди. А что за подарок? Намекни хотя бы, пожалуйста. Ой, блестящий. Блестящий? Да, это машина? Блестящий. Ты мне тоже машину хочешь подарить? Ну, сейчас увидишь, он такой большой. А, ну, вертолет. Такой яркий. Собственный яркий? Такой яркий. Домашний камин? Новая проводка в доме, чтобы электричество меньше жрало? Ага. Ага. Ну, давай, есть какие-то догадки еще? А, догадки большое, ясное, ты сказал, и что сверкающие. Ну, угадываем. Самолет, вертолет, ракета может на Луну, я не... Подожди, что? Может, статуя? Статуя в честь меня? Статуя, да? Трофей огромный. Это фейерверк! Фейерверк! Слушай, прям близко. Близко. Близко, но это не все. Оно взрывается, ну ясно, такой фейерверк будет, да, большой? Да. Подожди, а у нас какая-то дата, то, что фейерверк? Да, да, вспоминай, дата. Дата. Какое сегодня число? Сегодня понедельник, да? Число сегодня понедельник. Число понедельник. 2019 год, зима, понедельник, да? Я не помню, какой сегодня день. Мы первый раз с тобой покушали шаурму на вокзале. Слушай, какие феноменальные... Я помню, да, именно в этот день, да, мы с тобой знаю. Шаурму покушали. А может... я помню, ты в этот день очень сильно отравилась и потом весь день фыцкала, да? Я помню, было... Короче, Катя в этот день съела, я помню, дошик очень острый. Кто не знает, записывайте. Именно в понедельник в зиму 2018 она съела очень такой острый дошик, потом ходила и... Все, подожди, я почти все устроила. Можно открывать глаза? Я думаю... Открывать? Да, открывай. Я открываю. Да, открывай. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Хорошо. Давай на счет три. Давай. Раз, два. Опа, надурил. Кать! Мать.
Ты понимаешь, ты только что уничтожила полноценно мою рубрику «Защиту дома». Ты взорвала весь мой дом! Да ну успокойся. В смысле успокойся? Ну, на самом деле правда есть сюрприз. Какой сюрприз? Еще один сюрприз? Нет, еще один сюрприз. И, да еще один сюрприз. Дом моих родителей взорвешь, да? Успокойся. Или перчика под землю закопаешь. Еще один сюрприз, пойдем, да? Пойдем. Куда пойдем? Ну, туда. Наверх. Вы понимаете, рубрика «Защита дома» все. Ее успокойся! Больше не... Успокойся! Иди наверх. Просто так тебе горит. Паникер. В смысле паникер? Я не понимаю вообще твоего негодования. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Ладно, пойду, посмотрим. Но если ты меня опять обманешь, мы с тобой расстанемся попросту. Ну, да, никак. Мы пришли? Да. Пришли? Да, пришли. Я могу опять глаза открыть? Да, можешь. Только если ты опять что-то там взорвешь, я тебе всю жизнь испорчу. Ты офигел. Ты уже как бы мне сама всю жизнь испортил. Я могу открывать? Да. Господи, помилуй, лишь бы там не было никакого... Все открывай! Терроризма. Ну, а чё? Ты мне цветочек подарила? И что это такое? Ну, вот, деревня жителей. Ну, и что? Чё мне делать? Давай, давай, давай. Что? Думай. Что думать? Что это? Что это такое? Это твой дом. В смысле? Это твой новый дом. Я тут взорвала, это твой новый дом. В смысле? Вот это, да? Ну, маленький. Нет, вот нет, вон тот. А, вот это, да? Не-не, вон то, вот это. Вот это? Дай покажу, дай. Вот это. Вот это твой новый дом. Подожди, это... Нет, это дом какого-то президента Никарагуи. Или какой-то африканской страны Бубрусия. Мой дом новый, вот он. Здесь живет президент Малайзии. Я тебе подарила новый дом. Генеральный продюсер канала Дрычкина контора, да? Это мой дом? Твой дом. Откуда? Катя, я что-то про тебя не... Откуда? Секрет. Какой секрет? Еще один секрет. У тебя уже столько секретов от меня. Ладно. Так я зайду сейчас посмотрю, что... Да я зайду посмотрю, что там... Нельзя. Его хочешь взорвать, небось, да? Нет, там внутри сюрпризик, а вот ты посмотришь только тогда, когда наберется 25 тысяч лайков. Ну, чтобы... Это я туда... Подожди, мне без разницы, когда они посмотрят. Я хочу сначала посмотреть. В следующей серии только посмотрим. Ребят, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, лайкусик, потому что я хочу посмотреть, что там внутри находится. Не, Катя, не, мне не... Все, уходим. Давай, ну что, он еще на канал подпишется и тогда... Любит кота за причиндалы его тянуть. Поставь, пожалуйста, лайкусик, подпишись обязательно на канал. Я обещаю то, что завтра мы уже посмотрим, что находится в этом доме. Смотри, что Катюха мне подарила. Завтра? Обещаешь? Если он поставит лайк и подпишется. Я рассчитываю на тебя, пожалуйста. Сейчас что, типа, заканчиваем серию, да, или... Да, заканчиваем. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись, и я скажу тебе огромное спасибо. Мне интересно, что там внутри находится. Катюха, походу, работает на какую-то... Палёные алмазы, надеюсь, продаешь, да? Торгует каким-то незаконным бизнесом. Ладно, до следующей серии. Всем пока, Катюха. Спасибо большое.